Картошка, морковка, все есть. Вот, смотрите. Ярмарка в этом году собрала больше сельхозпроизводителей, чем в прошлом. Вместо привычных 30-35 участников в 2023 сезон открыли больше 50. Крупные агрофирмы и предприятия пищевой промышленности, частные предприниматели и малые кооперативы. Нашлось место всем. Юго-Восток представляли Альметьевск, Бульма, Лениногорск. Самые далекие гости приехали из Черемшана, а где-то посередине был Нижнекамск. У последних торговля шла так бойко, что за продавцов отвечали покупатели. Вкусная? Мед, колбасы, сыры, овощи, фрукты, мясо и молоко. На каждого купца найдется свой товар. Как видите, люди подходят. Бывает, что кто-то уходит мимо, а которые и приберут. И те, кто это мясо взяли, сократили запасы местного мясокомбината на 90 килограммов говядины из 300 заготовленных. Несмотря на сеть магазинов, едва ли не по всему городу, крупные производители хотят максимально расширить рынок сбыта. Это же дополнительная реклама. Как бы ни было, человек приходит в магазин определенный контингент, определенный микрорайон. А здесь люди все ходят. И я надеюсь, что у нас добавятся еще покупатели. Из представителей альметьевской пищевой промышленности на ярмарку пришел еще один постоянный участник – местный молочный комбинат. Для них выход на ярмарку и традиция, и не лишний повод увидеться с покупателем. Люди, пожилые люди не могут до магазина доехать. Они очень рады и ждут каждую неделю, когда люди прям спрашивают, что хотят здесь. В прошлом площадка для сельхозярмарок располагалась в глубине рынка. Вход ее смотрел на улицу Аминова. И там торговля шла бойко с самого старта и до закрытия. Но новое место, по замыслу организаторов, должно охватить максимально широкий круг потребителей. Здесь лучше логистика, лучше видно с дороги, а живая музыка лучше любого зазывала и привлекает потенциальных покупателей. Даже те, кто просто шел мимо. Но нашлись и недовольные. В нашем телеграм-канале подписчики обращали внимание организаторов на то, что последним можно было сделать выбор и пошире. Ярмарка – только название. В основном согнали продавцов с рынка. Им всем предлагали это. Страшное мясо, капуст практически нет. А какая есть, не для засолки. Было очень мало. Морковки нет. Картофель только и был. И да, и молочная продукция альметьевского комбината. Стыдно называть это ярмаркой. А еще один подписчик посетовал на то, что на ярмарку не заявились грибники. Пусть и не в ассортименте, но грибы все же были. Пусть и консервированные. Ярмарки этого сезона, как и предыдущих, продлятся до первых серьезных холодов.